сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа. Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами. На конверте в углу номер почты стоит полевой. Это в 42-м мой отец написал моей маме перед тем, как идти в свой последний решительный бой. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй ты крепче сынишку. Знай, что вас от беды я всегда берегу. Я читаю письмо, и как будто все ближе и ближе. Тот тревожный рассвет и биение солдатских сердец. Я читаю письмо и сквозь годы отчетливо слышу. Я сейчас те слова, что сказал перед боем отец. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй ты крепче сынишку. Знай, что вас от беды я всегда берегу. Я читаю письмо, а за окнами солнце смеется. Начинается день, и сердца продолжают любить. Я читаю письмо и уверен, что если придется, все, что сделал отец, я сумею всегда повторить. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу. Дорогая моя, поцелуй ты крепче сынишку. Знай, что вас от беды я всегда берегу.